Программа первого джазового концерта нового сезона была посвящена неподражаемой Билли Холидей. Гости вечера услышали мировые хиты из репертуара легендарной певицы в исполнении Шанны Уотерстоун и коллектива, который возглавляет Вадим Иващенко. Первым на сцену вышел ансамбль во главе с Вадимом Иващенко, который по праву считается одним из выдающихся гитаристов-виртуозов нашей страны. За его плечами игра со звездами мирового уровня и выступления на лучших концертных площадках. Коллектив исполняет джазовые и блюзовые композиции, нередко экспериментируя, прибегая к импровизации. Мы были у вас в городе замечательной блюзовой певицей Дейтрой Фарр уже в районе 5-6 лет назад, по-моему. А с Шаной мы уже не первый раз гастролируем. Она приезжала года 3 назад с блюзовой программой, поэтому мы знакомы, друг друга знаем, все музыканты. Вот. А на этот раз программа немножко другая. Здесь джазовые стандарты, которые были в репертуаре у легендарной джазовой певицы Билли Холидей. Шанна Уотерстоун обладает бархатным голосом, невероятной самоотдачей на сцене, природным шармом и обаянием. Певица росла на юге Америки, исполняя сначала госпел в баптистской церкви. Уже в 11 лет Шанна собрала свою первую группу из соседских ребят и записывала песни на магнитофон у себя дома. Неудивительно, что будущая джазовая дива стала столь популярной, объехала с гастролями весь мир и открывала концерты многих легендарных музыкантов. Yes, my program is dedicated to Billie Holiday. Да, этот концерт посвящен Билли Холидей. На протяжении многих лет она вдохновляла меня и до сих пор вдохновляет. Я считаю, что она одна из тех, у кого я многому научилась и продолжаю учиться до сих пор, как профессиональный певец. И она также была одной из первых певиц, кого я начала слушать, когда стала увлекаться джазом, когда еще была маленькой девочкой. И меня очень вдохновляет то, что, возможно, когда-нибудь я смогу стать такой же великой, как и Билли Холидей. Потрясающие импровизации и виртуозная манера исполнения украсили осенний вечер и подарили всем слушателям незабываемые эмоции. Ирина Антонова, Руслан Баталов, новости Улправда ТВ.